Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, я забираю свои ежедневные награды здесь. Так, в магазине бесплатный пак. Быстренько сейчас идем на ежедневные задания. И, конечно же, их проходим. В первую очередь пройти серию испытаний. Мы заходим уже на второй круг. Это очень крутенько. Так, давай возьмем, наверное, этих партизанов. И сюда я возьму, наверное, Крэнга. Сейчас разнесем. Потом посмотрим, как меня сбросили за два дня, которые я работал в лиге. Ну, наверное, как обычно, до лиги самураев, я больше чем уверен. Но все равно интересно посмотреть все-таки. Скинули очень сильно или нет. Так, с одной волной мы справились. Переходим на вторую. Ага. Ну-ка давай торнадо. Замечательно, двое сразу упало. Так, Пиццелицева. Давай, нахлобучивайте его. Давай лучом. Кроликом только сказал, не сразу ушки на макушке. Ну и бомбанули. Все, здесь мы разобрались. Замечательно. Так, ежедневочку одну прошли. Дальше идем в поединки. Ищем нашего Рафаэля, навыки. И смотрим, что нам нужно. Так, нам надо найти еще две книги. Не попали. Не попали. Да ладно. Три попытки и все мимо. Так, раз книжка. Два и последнюю тогда. Три. Три книги нашли. Все, ребята. Так, дальше нам нужно 7 ножей для пиццы. Один. Так, второй нож нашли. Третий. Четвертый. Слушай, неплохо ищется. Четвертый, пятый. Давай шестой. Так, шестой и последний, седьмой. Все. Слушай, нормально, ножи для пиццы ищутся очень даже хорошо. И нам надо будет еще найти 14 кружек. Это уже в следующий раз, пока забираем здесь наши награды. Так, поднять уровень персонажа я пока не смогу. О, да, вот это вот, вот это мне нужно, ребят. Эти жетончики мне нужны. Я думаю, что как раз мы сейчас, после этого прохождения, купим 3 ДНК на нашего Рокула. Если кто еще не помнит, у нас, по-моему, осталось 2 персонажа найти. Точнее, даже не найти, а прокачать. Это Рокстеди. А, нет, вру, не 2, а 4, ребят. У нас 2 Рокстеди. Один пасхальный, по-моему, да? И один классический. И что еще? Роквелл у нас, а кто же 4-й-то? Я ничего не путаю случайно. Точно 4, а может быть 2 все-таки? Сейчас посмотрим. Не буду, как говорится, себе мозги парить этим. Давай бомби по этому змейковьюну. Тынь-тынь-тынь, перемололи, отлично. Так, ну и переходим на последний, получается, поединок у нас. Где мы уже получим соточку. Соточку жетонов. Но 3 ДНК по-любому мы сегодня приобретем. Поехали. Так. Оу, Ромагон решил валуном звездануть. Молодец, красавчик. Ванюша, а ты чё? Просто с кулачком, да, пошел? Зэк пинка дал, и нормально все. Так, разобрали. Ладно, друзья. Давай смотреть. Переходим в магазин. В предметы, в жетоны. Раз, два. Два, ребят, персонажа. Чё у меня в голове? Четыре. Два персонажа, все. Ай, красота. 77, ребят, из 100. Круто. Да, это у нас пасхальный Рокстеди и Роквелл. Все, вот эти два персонажа, это последние, что нам нужны открыть, я имею в виду, полностью прокачать их. А дальше что? А дальше пойдет только прокачка скиллов, уровня и
И все. Ну что, идем на... Так, подожди, испытание у нас. Нужно ли... Ну давай, давай, фиг с ним. Давай пофармим. Опять же, ребят, жетоны. Сейчас посмотрим, сколько мы получаем жетонов. 230-то уже есть, в принципе. Где-то 400 мы должны получить, да? Если полностью весь сыр потратим. Даже больше, чем 400. Сейчас глянем. Но телепорт улетает как в топку. Просто. Тюф-тюф-тюф-тюф. Смотри. Со скоростью света. Так, еще немножко, это будет уже 500. Уже 500, ребят. Ну, смотри, было 230, стало 515. Нормально. Ну, и самое главное, конечно же, это турнирная арена. Поехали, ребят. Оу, Лига Самураев. Две звезды, серьезно? Я думал, что хотя бы, ну, две звездочки. Ага, две звездочки. Мечтай, держи карман шире. Ладно, с одной стороны, это даже небольшой плюс для меня, потому что мы сейчас... А я на автобое, ребят, подерусь. Я хочу посмотреть, как будет автобой тут разбираться. Молодец, Майки. Так, Криса, зачем он... Почему они начали бить Криса? У него же повышенный был этот... Повышенная защита против того персонажа. Так... Они, видишь, они не любители применять массовые атаки. Единственное, что вот Майки, да. Ответка. Ну, я, ребята, автобой поставил здесь, потому что я был уверен на 100%, что здесь мы победим. Если бы я бы не был уверен, я бы не ставил бы. Я бы своими ручками здесь бы всех разбирал. Так, ну что, двигаемся дальше. У нас 14-18. Уровень пока мы видим 43-45. Раз, два, три, четыре, пять. Давай так сделаем. Опять же, ребят, на автобой посмотрим, как они здесь будут драться. Так, ну что, наш Майки. Да-да-да, по инициативе первым, поэтому он усиливает атаку. Мундагека бросает флакон. А почему именно Донателло? Почему именно Донателло им не нравится, а не Леонардо, например? А, Леонардо уже упал тоже. Так, тихо. Мундагека уже... Уже страдает. Так, за слэша взялись. Молодцы. Ваньку бросает гранату. И Бибопчика уничтожает Ксивер Монтес. Ну, в принципе, неплохой файтинг получился. И мы поднимаемся до Лиги Самураев 3 звезды. Ранг 85. Так, 14-18, да, дают. Ну, ладно. Выбираем. Раз, два, три, четыре, пять. И смотрим, что у нас здесь сделают наши бойцы. В какой последовательности они решат разбирать. Так, усиление. А, это даже не усиление, это ускорение. Ускорение плюс броня вешается на Леонардо видение. Так, Майки вражеский решил хильнуть. Мондагека ускорить команду. Плюс повесил критовку. Угу. Вот он не дает им покоя, да, наш Бибоп? Но Бибоп заранее, как говорится, повесил на себя уклонение. А они все его хотят уничтожить. Ты посмотри. Так, постепенно на Донателло повесилось. Ага, меткость на Майке. Все, Рафаэль уничтожает его. Крис Брэдфорд делает хитрый ход. Он пробафал команду. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, вот как бы так не получилось сейчас, что Донателло у меня вылетит. Слушай, нам замедление повесили. На-ка вам фляжку. Нормально. Так, минус слэш. Ну и, соответственно, Рафаэля добьем сейчас. Да, неплохо. Пускай немножко дольше поединок шел, чем если бы я играл, но, тем не менее, они справились. Так, и у нас 64 место. 15-19, вот что у нас тут.
ранг у противников полтинник. Поэтому я, наверное, перестрахуюсь и возьму, наверное, вот так вот. Давай глянем, что у нас получится из этого. Если я возьму, например, тигриного когтя к нам в команду. На самом деле, я думал, что он примет все-таки верное решение и массовую атаку сделает. Но ничего подобного. Так, минус Пит. Минус Мондагека. Крик. Так, они все на Леонардо что-то напали. Минус Донни. Правильно. Лео мсти. А вот Эйприл могла бы, честно говоря, наша вот и хильнуть, а не идти в атаку. Вот зачем вот он это делает, когда бойцов-то не осталось. Он бросает, он делает массовую атаку. Я про тигриного когтя. Это надо было делать в самом начале, а не в конце. Ну что, 43-я позиция, и мы двигаемся дальше. 15-19. Так, здесь, как ты видишь, у нас маузеры есть у врага. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай попробуем так и... Нет. Да, господи, вот так вот. Посмотрим, вот такая команда, как тут справится. Хан идет первым. Слушай, у Хана инициатива лучше даже, чем у Майки. Но там уровень, конечно, еще немножко разница есть. У нас 56-й как-никак, а у него 47-й. А наш Донни сделал защиту. Плюс иммунитет. Оу, маузеры пошли. Так, слушай, вот это уже плохо. Так, Донателло берет провокацию, правильно, в принципе, но сплинтер бафает. Мы дебаф по защите им делаем. В кого летишь? В маузеров, да? Так, хилку, надеюсь, ты врубишь. Молодец. На, маузеров как будто здесь и не было. Лео тоже не дурак, врубает тоже хилку. На, валуном. Бам, блин, посмотри, какой живучий Рокул, а. Так, Рокула ушатали. Сплинтер еще стоит. Уже упал. И остается Леонардо. Леонардо не стал почему-то делать массовую атаку. Получает кувалдой в лоб. И Хан его добивает успешно. Слушай, нам довольно неплохо. Но Лео, конечно, мог бы здесь сделать немножко по-подленькому. Если бы он применил бы массовую атаку, то он оставил бы нас, ну, практически без ХП. Потому что она у него сильная, как ни крути. Так, если мы сделаем... Ну, здесь, ребят, уже придется мне самому разруливать, потому что уровень практически одинаковый. И враг имеет преимущество передо мной. Так, что сделать? Тут еще команда-то такая, блин, жесткая довольно. Оглуши его. Замедлил, молодец. Есть, минус Рафаэль. Ну, понятно, Майки начинает тут свои буги-вуги. А мне нужно как-то успеть... Как-то успеть или Криса валить. Блин, я не знаю. Не успею, да? Ну, кому-то сейчас будет... берем провокацию. Бедный, блин, Рокстеди у меня попал, да, под раздачу? Нет, слушай, надо пытаться валить. А хотя тут у одного и у другого, у него же у обоих есть массовая атака. Услышишь же, вертушка есть, не забывайте об этом. На тебе, битой. Сейчас круто. Да? А, нет, 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 нет. Он... Тьфу ты. Я не увидел, что у Рокстеди закончилась, ребят, провокация. Но я бы здесь ничего не сделал бы. Опять же, еще раз повторяю, что это был риск. Я прекрасно это понимал, и я пошел все равно на это. Ты что, борзел, что ли? Эй. Ну. Да, саблезубый оказался слабаком.
Ну, у меня, видишь, не было ни хила, ничего, ребята. Даже никак бы я не смог его спасти. Его спасло бы только чудо. А чуда у меня не было. Раз, два, три, четыре. Вот если бы был бы паукус, например, бы, да? Это бы его спасло, но паукуса не было. Так что поехали. Начинаем с паутинки. Кто-то там уже даже успел упасть. Хлоп. Ты посмотри, а? А если так? Замечательно. Ну, опять же, паукус очень много нанес урона, поэтому остальные, грубо говоря, просто добили. А мы переходим в Лигу Сёгунов. Так, Лига Сёгунов у нас 48-47 ранг у нашего противника. Что-то как-то им маленький дали ранг. Я, наверное, по идее, должен справиться со своими силами. Попробуем. Ну, в первую очередь, кого? Хана, наверное, да? Так, давай все массовые атаки, которые есть, применяем. Не забываем также, что Рафаэль может захилять обратно команду. Так, поставим щиты. Воу, а что это у меня Рокл два раза аж сходил? Крут. Как же вот этот Лео жестко, а, бьет, ребят. Ну, посмотрите, прям через броню пробивает. Ну-ка, ушатаешь ты его? Хм, а так? Замечательно. Ну, грубо говоря, здесь мы выиграли. Но опять же, Микеланджело был на грани, ребята. Этот удар, короче, у Леонардо очень жесткий. Очень жесткий. Когда он в прыжке наносит удар мечом. Это, кстати, классический удар из его серий. Из серии, ну, по игре Черепашки-ниндзя. Это вот его классический удар снизу вверх пробивать мечом. Раз, два, три, четыре. Так, ну тут почти на равных, поэтому не буду я здесь, наверное, рисковать. Возьмем кожеголову для подстраховки. Ну как подстраховка? В принципе, он сейчас всех уничтожит. Один кубарь сделает свой. И всех отправит на покой. Да, потому что мы уже сравнялись с противником по уровню, и из-за этого мне приходится, ребята, так делать. 46 место. Окей. Так, 15. Ну, вряд ли тут дадут 15-20, конечно. Хотя мне этого очень хочется получить. Да смотри, я получил. И уровень 53-54. Толку от него нету никакого. Давай, Джастин, спасибо. Давай Рафаэля возьму. Блин, а мы ему массовую атаку прокачали же полностью, да? Почему он тогда такая слабая? Ну, здесь-то нет, здесь она не слабая. А вот на высокоуровневых бойцах она почему-то не особо сильно проявляет себя. Ну, у нас и Рафаэль, как говорится, еще не сотого уровня. Посмотрим, что будет на сотке. Там до сотки-то, кстати, осталось, ну, чуть больше 15 уровней. Ну что, 28-я позиция. 15-20. Возьму, наверное, Супер Шредера здесь. А бойцы уже все заканчиваются. Уже там последний боец 60 уровня. И дальше уже идут 70-ники. Так что можно будет уже не выбирать особо кого-то, а просто идти как-то в режиме очереди, как они идут. Все. Просто пух. Одной заходкой. Так, погнали. Ну что, Лига Сёгунов, две звезды у нас будет. Раз, два, три, четыре, пять. О, нет. Твою налево. Майки сделал уклонение. Хм.
Но мы пробиваем. Неожиданно для меня, если честно, неожиданно. Все-таки мы успели бомбануть, и уклонение не помогло. Опять же, уровень у него был маленький. 92 место. Так, с 15-20. Ну ладно, 15-20, соглашаюсь. Раз, два, три, четыре, пять. Они еще до сих пор на 54-х, 55-х уровнях пляшут. Мы уже на 70-никах. Тут ясен перец, мы будем выигрывать. Давай-ка, Райка, крик свой. Добили. Майки, это тебе не поможет. Что ты делаешь? Можно было бы, в принципе, и ракетами добить их. Все. А у нейтрализатора, насколько я помню, ребята, тоже инициатива не очень-то хорошая, да? Слабоватенькая будет. 74 место. Конечно, хотелось бы до Лиги Сегунов 3 звездочки добраться, но вряд ли у нас это получится. Раз, два, три. Вот так вот. Потому что слишком медленно идет продвижение. Хотя прошло всего 2 дня. Давай, торнадо. Угу, красиво. Минус Эйприл. И минус эти двое. Все. Лежат и отдыхают. Ну, а мы двигаемся дальше. Давай хотя бы до 50-го места дойдем. Нет, 57-й пока. Раз, два, три, четыре, пять. Что, получается еще один поединок и все, что ли? Печалька получается. Ну давай, поехали. Так, сюда. Плюс бомбочка. Давай ракетами просто шваркнем, чтобы это все было очень быстро. Такие монстры, да? Крэнк здоровый, Армагон здоровый, а рядом с ними такой щуплый зэк стоит. 16-21. Раз, два, три, четыре. Ну да, ребят, получается, это последний поединок. Да, ну ты ладно, во, я не буду отыгрывать. А хотя, знаешь, что, можно было бы его отыграть, но смысл только. Швартнул, молодец. Слушай, а давай посмотрим, если, например, возьму одного Донателло. Он сможет сам за себя постоять? Я понимаю, конечно, против пятерых ему будет сложно тут драться, потому что каждый будет норовить ударить его. Но я хочу просто посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой, 60-61 уровень. Да, Дони. Если ты сейчас хоть кого-то не вырубишь... Так, промахнулась, да? Твою налево. С усиленной атакой идет все это. Ох, мало. И они мне еще и оглушили. Еще и броню понизили. Ай-яй-яй-яй-яй, Донни, 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 Донни. Ты посмотри, что, ты посмотри, как они с тобой тут. На целый ход они тебя оглушили. Там еще иммунитет, броня, что только не... Ёж! Заблокировали способности. Красавцы просто, я ничего не могу сказать, ребят, по этому поводу. Тьфу! Еще и промахнулись. А знаешь, чего не хватает? Мне не хватает сюрикенов. Или брони. Давай броню поставим. Они же сейчас тоже, ребята, получат откаты. Опять сильная атака. Фокус понизили. А фокус понижает эту инициативу нам. Убирают они. Тьфу, нас еще и замедлили. Да я буду ходить или нет? Они же по второму кругу там идут, блин. Да. Ну давай.
Тони, ну ты красавчик. Столько боли, унижения вытерпел. И потом просто всех в хлам. Красавчик. Вот он, Донателло наш. Так, ну что, ребята, что я хотел сделать? Я хотел прокачать, если... Да, есть такая возможность Рафаэля. Все, он получает у нас 84 уровень. Здесь забираем награды. Ну и на сегодня мы будем закругляться. Увидимся уже завтра. И будем дальше, ребят, продвигаться по арене. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.